Если в 1996 году, когда мы открыли терапевтический центр, мы имели 6, ну, максимум 8 пациентов в день, то сегодня наш терапевтический центр ежедневно посещает от 70 до 100 человек. Это говорит, во-первых, люди стали жить лучше. Естественно, у них появилось больше проблем, потому что оказалось, проблему с машиной решил, с квартирой решил, семья есть, дети есть, дача есть, отдыхаю в хороших местах, а что-то все равно... Чего-то не хватает. Не хватает. Чего-то не хватает. Не хватает чаще всего самопонимания, любви. Я иногда очень люблю эту фразу. Не хватает исполнения самой первой, самой детской мечты. А ребенок, он ведь не мечтает ни о дачах, ни о лимузинах, ни о Майами. Он хочет быть бесконечно любимым, понимаемым, принимаемым. Это то, зачем человек чаще всего идет к нам. Но я сразу объясняю, что мы этого все равно не дадим. Чтобы не было ложных иллюзий. Это все находится вокруг вас, но вы почему-то не можете найти. И то, что должен принять исходно пациент, что проблема, скорее всего, скрыта в нем самом.